Ильича. На G написано. Едет. Good morning. Так, что у нас? Борщ. Фирменное блюдо, как обычно. Вау. Сегодня рисовая каша. Это называется случай дня. Народу очень мало. Ну, давайте посмотрим, что тут имеем. Омлет, картошка, сосиски. Видимо, вчера праздник был, поэтому спагетти остались. Лапша ихняя. Здесь тоже что-то с чем-то непонятное. Рис, фрукты, вот такой вот завтрак. И наши вкуснячие тосты. И супчик дня. Суп от шеф-повара. Рисовая каша с двумя большими кусками. Сегодня есть вермишелька. И натуральный яблочный сок, разбавленный водичкой. Порошок. Угу. Сказка, не песня. Пища для животных. Для зоопарка Хаукфелл. Всем советую, друзья мои. Кто хочет заработать расстройство желудка?